Добрый день, дамы и господа. Давно хотел с вами поговорить на вот предмет один. И у нас возник совсем недавно повод. И отлично, возник повод, давайте поговорим. Давайте поговорим о провокациях, которые происходят по отношению к продуктам. И о том, как с ними работать. Ну а также позиционирование нашего главного продукта компании CorelMine. О нем, собственно, сегодня и речь, потому что совсем недавно в программе на украинском телевидении вышел очерняющий сюжет CorelMine. И вот предметно хотелось бы пообщаться, что это вообще такое, что с этим делать, как на это реагировать, как отвечать на вопросы. Хотя многие из вас наверняка знают, но, возможно, кому-то неизвестно, кому-то эта информация будет интересна. Вообще, в таких ситуациях, что мы делаем как компания, если есть программа, которые обсуждаются, какие-то результаты, каких-то исследований и так далее, есть какая-то оценка продукта как такового. Мы задаем три вопроса. Три. Вопрос номер один. Это вопрос, дайте нам результаты, протокол результатов испытаний. Где они? У нас пока его нет. Следующий момент. Официальная претензия. Пожалуйста, официальная претензия в письменном виде, тем более, если у вас есть наш CorelMine пакетик, на нем есть адрес, на нем есть телефон, пожалуйста, звоните, обращайтесь, мы всегда открыты, мы всегда рады. Претензий официальной пока что нет. И следующий момент, насколько вам известно, продукт под брендом Alchemine существует на рынке украинском уже с 2001 года, под брендом CorelMine с 2008 года. Ну, то есть, под брендом CorelMine как минимум 7 лет он существует, официально зарегистрирован, у нас есть сертификат, вот он ваш, на ваших экранах сейчас сертификат, да. И, соответственно, вопрос звучит следующим образом. Вы оспариваете заключение Минздрава на каком основании? Вот эти три базовых вопроса, которые мы задаем, но это уже такой юридические моменты. А с вами я хотел, собственно, поговорить по поводу, вот предметно, по поводу тех результатов, которые пока были продемонстрированы, и мы по пунктам можем по ним пройтись. Но начнем с самого главного, с позиционирования нашего продукта CorelMine. Обратите внимание, что мы его официально как компания, если вы посмотрите описание на сайте, если вы посмотрите каталог, если вы посмотрите сейчас нашу Z-карту в Daily Health Pack, упаковка здоровья на каждый день, которую вот мы удачно сейчас запускаем, успешно, то там нет описания CorelMine как фильтра. Да, коралловый кальций обладает сорбирующими свойствами, и мы даже говорим о том, что мы прорабатываем варианты фильтров бытовых с использованием кораллового кальция в качестве сорбента, но не в таком количестве, во-первых. И мы всегда говорили, что такое CorelMine. Посмотрите на упаковку, там все написано. Это минеральная композиция из природного коралла для кондиционирования питьевой воды. И эта формулировка, она содержит в себе, в общем-то, все, что нужно, по большому счету. И здесь как раз-таки утверждалось, что это фильтр. И отношение было именно к продукту, как к фильтру, зачем последовал ряд неправильных совершенно суждений и выводов. Вот. Какие суждения и выводы? Начнем с мутности. Вот. Там был первый показатель, это мутность. И мы уже говорили о том, все мы знаем, что карбонат кальция, который содержится в нашем продукте, в CorelMine, это 70% это карбонат кальция. Содержание, про содержание мы еще далее чуть расскажем. Что его мелкие крупицы, они могут попадать через поры саше, вот, и вот выпадать вот этот осадок в так называемую взвесь, и в некоторых случаях вы это видели, да, это как натуральный осадок, вот, и в этом ничего страшного нет вообще в нашем случае. Второй момент – это перманганатная окисляемость, и вот здесь очень интересно, потому что этот показатель, который характеризует наличие и содержание в воде органических и минеральных веществ. Этот вот показатель, который как раз-таки дает вам возможность говорить, что живая вода, как многие из вас любят говорить. Вот. И поэтому здесь некорректно сравнивать воду с CorelMine с водой питьевой или водой из-под крана, потому что вода с CorelMine – это слабо минерализованная вода.
И здесь нужно смотреть на перманганатную окисляемость минерализованных вод. Да? Вот возьмем как пример боржоми и так далее. Поэтому да, этот показатель, он у нас повышается, и повышается именно потому, что мы имеем органические минеральные вещества в нашем продукте. Вот, поэтому здесь, ну, просто недостаточное понимание, ну, и нежелание, собственно, конечно же, как часто в таких случаях, нежелание понять вообще, что же это такое. И у нас все наши протоколы, они у нас есть, вы можете у нас их получить, и в наших продуктах нитратов нет. Да, мы хотели бы увидеть вот протокол, который говорит, и мы бы хотели провести еще раз исследование, пожалуйста, совместное, чтобы убедиться в этом очередной раз. Да, соответственно, вот эти вот моменты, с которыми мы имеем дело, ну и где вы должны понимать, что же это такое наш продукт и что он делает. Давайте вернемся к содержанию кораллового кальция, потому что он сравнивается с содой. Давайте посмотрим на химическую формулу соды. Гидрокарбонат натрия, пожалуйста, на вашем экране химическая формула соды. А теперь давайте посмотрим, из чего состоит Coral Mine. Это карбонат кальция, 70%. Это карбонат магния, от 7 до 10%. И это трейсовые минералы. Что такое трейсовые минералы? Это минералы, которые нужны организму в очень маленьких микроколичествах, но также очень важны. Порядка 72 трейсовых минералов входит в продукт Coral Mine. Наряду с макроэлементами, макроминералами, такими как кальций, магний, калий, натрий. И здесь вы видите, что из себя представляет сода и что из себя представляет коралловый кальций. Ну и относительно позиционирования продукта Coral Mine. Дело в том, что у вас есть источники информации, такие как сайт, описание продукта на сайте, каталог, описание продукта в каталоге. И еще вот сейчас появилась еще такая вот штука замечательная, это Z-карта из Daily Health Pack, упаковки здоровья на каждый день, куда входит, конечно же, Coral Mine. И здесь мы можем увидеть три базовых свойства. Мы, наоборот, упрощаем восприятие этого продукта. Эти свойства сейчас на вашем экране. Coral Mine повышает физиологическую полноценность воды, нормализует минеральный баланс в организме и улучшает вкусовые характеристики воды. Да? То есть вот мы решили, что вот самые простые, самые понятные, доступные вещи, с которых можно начать позиционировать, вот они самые. Вот они самые, хотя, конечно же, про этот продукт бесконечно долго можно говорить. И началось все это в конце 80-х годов, когда японские ученые, у них был пример в виде Окинавы и других префектур, когда они начали изучать воздействие кораллового кальция на организм человека, и не только долгожителей, количество долгожителей, но также содержание кальция, магния в организме людей. И доктор Кунихико Ишитани, и профессор Казухару Судзуки, и профессор Шидзуо Ямашита, и много имен можно перечислять, вот эти все люди, они положили основу, вот первые исследования провели по абсорбции, усвоению кораллового кальция, натурального кальция организмом человека, его положительным свойством на организм. То есть за нашим продуктом есть масса исследований, и я думаю, что мы, наверное, сделаем адаптированную версию этих исследований, потому что там сложные формулировки, которые сложно понять и на японском, и на английском языках, но мы это сделаем, чтобы у вас это было. Потом появилась плеяда ученых и исследований в Америке, также они существуют, которые доказывали о том, что коралловый кальций, форма натуральная кораллового кальция, она усваивается лучше организмом, чем некоторые другие формы кальция и так далее. Поэтому за нашим продуктом, ну, большой пласт существует научных работ. И самое главное, за нашим продуктом есть ваш опыт. Ваш драгоценный опыт, которому уже больше 17 лет. Вот. И те люди, которые окружают вас, те люди, благодарные потребители, вы сами. Вот это самый главный результат, это самый главный наш аргумент в пользу нашего продукта, как и, собственно, всякого другого, как и аргумент в пользу того, чем мы занимаемся. И такие вещи, такие программы, они, наверное, подтверждают в очередной раз, что мы занимаемся правильным делом,
и что нам нужно работать более эффективно. Потому что за нами правда, за нами замечательные технологии и за нами будущее, друзья. Поэтому спасибо вам большое за обратную связь, ту, которую вы сейчас нам отправляете. И я надеюсь, что с многими из вас мы увидимся на форуме. Нас ждут великие дела. Увидимся. Счастливо.